Всем большой привет! Меня зовут Карина, и я сейчас снимаю свое первое видео в новой квартире, в своей комнате, в своей собственной комнате, в собственной комнате, блин! Я жила 21 год с братом, 22... Просто! Вы понимаете, что у меня сейчас шок? Посмотрите, как идеально выглядит фон. У меня есть на канале рубрика, где я смотрю видео бьюти-блогеров и учусь краситься. Так что сейчас я снимаю уже третью часть, первые две вы найдете по ссылке в описании, и буду повторять звездный макияж. В качестве звезды я выбрала потрясающе невероятную, удивительную Дженнифер Лопес, потому что я очень люблю ее песни, она очень красивая, у нее очень классный макияж, который мне подходит. Patrick Star Presents J.Lo Makeup Tutorial. Oh my god! Какая конкуренция? Мне сейчас надо быть примерно лучше, чем Патрик в роли Джей Ло. Мне обязательно нужно снять такой же тизер. Вам никого он случайно не напоминает? Просто по мне так это американский синяк просто. Точь в точь, и это было сказано сейчас без негатива, если что. Он использует обычную косметику, плохо подготовился, а вот я подготовилась замечательно. Смотрите, что мне прислали. У Инглот вышла коллаборация с Дженнифер Лопес, моей любимой несравненной Джей Ло. В общем, сейчас вам все покажу, я была в восторге от этой посылки, и поэтому это вдохновило меня повторить ее макияж, ее же косметикой, в общем-то, быть ближе к звездам немножко. Уважаемый Patrick Star предлагает нам начать с теней, поэтому я не буду сопротивляться. Такие шоколадненькие, вкусненькие цвета мне нравятся. Что ты делать будешь у нас, расскажи? Мы берем вот такой цвет, потому что у Дженнифер такие всегда коричневые, шоколадные, вкусные глазки. Дальше, Патрик. Так, внимание, что сейчас происходит? Я осознала, что сейчас парень учит девочку краситься. Я, если что, не против, что парень визажист, но это просто так странно, реально. Я не знаю, достаточно ли это смоки, или мне прям черным надо нафигачить сюда. Здесь есть прям черный. О май гад. Давайте попробуем его. Впервые сейчас буду наносить черные тени. Главное, не переборщить, я считаю, с этим делом. Борщу что-то. А мне нравится, слушайте. Из-за того, что кисточка такая кроха, она очень хорошо прокрашивает, особенно нижние. Оу, по-братски. Она или он, или она, или он. Как лучше Патрику обращаться? Ладно, он наносит блеск на тени. И тут в коллекции тоже есть блеск, поэтому... Я не готова к такому. Не готова здесь жить, я блогер. Мне нужна тишина. Просто посмотрите, я влюбилась. Я влюбилась. А еще у меня ноготь ушел. Обещал вернуться, но I'm not sure. Давайте попробуем закончить с глазами. Я сейчас... Блин, я думала, нужен клей, а она здесь наклею. Я сейчас просто... перенесу их на свой глаз. Офигеть. Сразу у меня такой взгляд дикой кошечки. Я бы хотела сделать свои бровки теперь. Такой гель, который я беру своей кистюлечкой. Я выгляжу как пандочка. Смотрите, что здесь есть для контуринга. Мне кажется, цвет идеально мне подходит, потому что он чуть-чуть, буквально чуть-чуть темнее, чем мой... натуральный цвет, и это не будет как-то очень too much. Вы мне всегда в видео пишете, что у меня тут too much, слишком желтое. Пожалуй, наверное, теперь вот этим буду пользоваться, потому что хотя бы даже если переборщить с этим, то это не так будет заметно. Разумеется, носик. I'm trying to look as skinny as possible, if that's possible. But you know what? The more you bronze on the side of your head, the more skinny you look. So that's what I'm doing right here. Чем больше контуринга, бронзатора вы нанесете к себе на лицо, тем более худые вы будете выглядеть. Господи, я переводчик просто от бога. Да, он делает это, он наносит пудру вот сюда. Это для того, чтобы, не знаю зачем, но пахнет она очень приятно. И теперь гвоздь нашей программы, потрясающий хайлайтер. I ain't your mama, no. О, господи.
какой цвет? Я бы его сейчас намазала, но я хочу красный. А как пахнет, ё-моё. Ну привет, я теперь Джей Ло. Мы с тобой самые лучшие подружки, Дженнифер Лопес. Хотелось бы еще раз поблагодарить Инглот за то, что они мне прислали столько косметики, вдохновили на запись этого ролика. Коллекция Inglow Inglot просто поразила меня. Сиять так сиять, действительно, это полное олицетворение вот этой коллекции, потому что столько блеска здесь и в тенях, и в хайлайтере, и вообще во всем. Такой яркий цвет помады. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы смотрели его до конца. Я вас люблю, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм. Не пишите гневные комментарии, если вы нашли какие-то недостатки в моем макияже, пожалуйста. Я вас очень всех люблю, и вас, и вас, и вас. Муэ! Пока! Муэ!